Для чего Господь тогда наделяет людей особенными способностями, например, Ванга? Я так думал, чтобы именно помогать людям. Ну, вопрос еще, откуда у нее эти способности, понимаете? От Бога ли они, у нее эти способности? То есть, тут может быть вот так вот. А насчет помогать людям, а что под помощью подразумевается? Что подразумевается под помощью? Если, например, человек пришел, она ему предсказала, вот у тебя будет то-то, то-то, помогла ли ему она или нет? А может быть, ему не надо было этого знать? Почему она думает, что она это помогла? Или, например, человек заболел, у него какая-то болезнь, она взяла его и исцелила. И вроде бы как она ему помогла. А может быть, эта болезнь ему от Бога была дана для чего-то. Может быть, он должен был бы потерпеть, переболеть, и он что-то бы в своей жизни понял, и по-другому как-то бы его жизнь пошла. Это горькая пилюля, но она работает. А его взяли, оп, и на ноги поставили, помимо воли Божьей. От Бога ли это? И помощь ли это? Понимаете? Так что здесь сразу вопрос, и на него нет ответа, потому что это мы сейчас будем пальцем в небо тыкать. А вот это помощь или не помощь, а так или не сяк, вот. Это я вот про Вангу и ей подобных.